мы сегодня в Мариуполе. В Мариуполе вот мы видим все еще следы тех боев, которые разворачивались за город. Вот главная улица, которая ведет к драмтеатру. Вот смотрите эти стены. Внутри, как вы все помните, был взрыв. И до сих пор есть копоть, есть разрушения внутри. Но сегодня очень важный день для города, освобождение от фашистов. Здесь будет концерт Чайковского, своеобразный реквием. Мы очень хотим помочь жителям Мариуполя наконец-то осознать, пережить те события трагические, которые выпали на долю этого города и его жителей, и жить дальше. Сегодня потрясающий день, потрясающий концерт.